Готовы? Готовы, камера. Я хочу представить вам главный герой картины, которая снимается в рамках фестиваля, режиссером, оператором, сценаристом Стасом Сухненко. Это история о любви арабской девушки из моего коллектива Маля Джелабри и мальчика. Как-то так он оказался еще моим родственником из Киева. Это Кирилл Тараненко. Вот. Через кастинг они прошли просто в полной победе. Они подошли так друг к другу с первого раза, что уже больше никто кастинг не проходил. И фильм, он уже почти снят и будет показан на финале фестиваля, который будет проходить 17 числа в Доме кино. Так что добро пожаловать на нашу премьеру. Работаем, работаем дальше. Через стоп. Стоп взял? Камера. Камера есть? Есть. I'm so happy because I'm new. And it's my first time here. And I like Малея говорит, что она впервые в Киеве, и ей очень нравится здесь. Она приехала на фестиваль, а попала в кино. Она очень довольна от того, что она познакомилась с Кириллом, с режиссером, которого я представляю в данный момент. И мы снимаем историю любви, и этот фильм отличается от других тем, что у нас нет сценария, мы импровизируем, поскольку эта история проходит сейчас, пока ребята здесь на фестивале. Мы не знаем, чем она закончится, но мы будем следить за ними и развитием их отношений. Спасибо. Спасибо. Стоп, камера. Она еще... Она покажет руки. Дарабин. Готовы? Камера. Есть. Она может быть не дарабин ауал, но... Она говорит, что она не хотела сюда приезжать. Я ее заставила, как руководитель их, убедила, что это не опасно, что это хорошо будет им здесь. И она настолько влюбилась в Киев, в народ, в фестиваль и во все, что здесь происходит, что она уже не хочет уезжать. Переведи. Стоп! Стоп! Ну, чуть-чуть сразу отойдешь. Так. Стоп! Без меня не... Камера. Есть! Ну что ж, я на самом деле очень заинтересован в этом проекте, поскольку это для меня лично большой шанс, для меня это очень интересная вещь, и всегда хочется чего-то нового узнать в этой жизни и развиваться в этом направлении. Что ж, я также очень благодарен Ире за то, что она все-таки позвала всех этих наших друзей из Израиля, и что это достаточно будет необычная картина. То есть... И вообще я благодарен за выбор моей как бы партнерши по фильму. И в принципе на этом все. Стоп. А теперь секунду. Вот. Okay. Камера. Готов? Есть. Есть. Я понимаю, солнышко, но для этого есть очки. Дали лягон. Дали лягон. Дали лягон.
Что ты такая, как у тебя на повешении? Рина, ела дапки? Айса. Ела дапки, ела дапки. Рина, дапки. А мы здесь остались, а мы улетели в небо. А что дальше? Куда уехал? Был еще вчера. Вот что значит алкоголь, ребята, в жаркую погоду. Понимаете, больше не наливать. Я вам скажу честно, а я вам могу спеть.